Как летают самолеты? Что заставляет многотонную железную машину подниматься в небо? Сегодня запорожским школьникам, ученикам средней школы номер 12 повезло побывать на экскурсии в авиакомпании «Матурсич» и узнать ответы. Таким необычным и познавательным образом для этих ребят завершился учебный год. Последний звонок в 12-й школе прозвенел, как и у всех, сегодня утром. Но оставшуюся часть дня ребята провели не как все. Они отправились в увлекательное путешествие на аэродром авиакомпании «Матурсич». Здесь ученикам и их родителям показали вертолеты и самолеты, рассказали об их устройстве, и на несколько минут каждый экскурсант мог почувствовать себя настоящим пилотом. Открытием для многих из них стало то, что самолет и вертолет на самом деле не отталкиваются от земли, а притягиваются к небу. Малышам доступным языком рассказали, как работает физический закон Бернули. Если вы посмотрите на лопасть в данном случае, вы увидите, что у нее есть форма, она не ровная. Когда воздух обтекает лопасть сверху, воздух ускоряется. Когда воздух ускоряется, идет понижение давления. А когда воздух проходит снизу, давление остается стабильным, то есть оно не меняется. И за счет этой разности, которая появляется, вертолет тянет вверх. Ну, это так на пальцах, чтобы было понятно. А еще рассказали, почему самолеты в разные дни взлетают то с одной стороны взлетно-посадочной полосы, то с другой. Оказывается, выбор направления взлета зависит от направления ветра. Он должен дуть в лицо, как говорится. Ребята побывали на вертолетах, в грузовом отсеке самолета Ан-12 и в пассажирском Ан-140. На последнем лайнере экскурсантов встретила приветливая стюардесса, которая провела инструктаж. Добрый день, шановні пані та панове! Ми раді вітати вас на борту літака Ан-140 Запорізької авіакомпанії «Матурсіч». В інтересах безпеки польоту забороняється використовувати будь-які електронні прилади та засоби зв'язку під час руління, зльоту та посадки літака. Так що все взаправду. У школьників осталось море впечатлений. Мені дуже сподобалось. Все. Моим друзьям тоже. А что сегодня вам показывали? Вертолеты и самолеты. Обзор самолетов и вертолетов «Матурсич». Очень интересно, столько много кнопок, столько всего интересного, очень понравилось. Меня впечатлило, что в самолете есть еще два пилота сидят. Заходили в самолет и садились за штурмовые и управляющие места. Все очень круто и клево. Педагоги говорят, «Матурсич» оказывает системно-посильную поддержку своей подшефной школе. А такие экскурсии не только расширяют кругозор детей. Вот они заходят сюда и видят, ощущают себя как будто бы в другом мире. Я думаю, что, возможно, на кого-то эта экскурсия окажет влияние. Кто-то, может быть, выберет свою будущую профессию именно в этом направлении. Вот так необычно. Несколько десятков запорожских школьников отметили завершение учебного года.